Алексей Воробьев, на днях отметивший свой день рождения, попал в список 100 самых красивых людей мира. И, попав в свой возраст, занял там 33-ю строчку. Рейтинг публикуется TC Candler с 1990 года и считается одним из самых престижных в мире. Так вот, из 125 тысяч мужчин из 40 стран выбрали соточку самых достойных. Воробьев – единственный герой из России, который оказывается в этом списке уже третий год подряд. В 2020-м он обошел Киану Ривза, Криса Эванса и даже Роналда. А самым красивым мужчиной планеты стал блогер PewDiePie из Швеции. И знаете, несмотря на такой успех нашего соотечественника Алексея Воробьева, музыкант до сих пор иногда грустит в сети, что эта красота, ну вот, не окутана женской любовью. В премьере «Новый клип» артист написал пост, что вся красивая картинка, ну, только остается и на экране, а в жизни его временами окутывает пустота. В этом видео, кстати, мы все еще видим Воробьева в привычном нам образе, хотя сейчас он выглядит уже совершенно иначе. Алексей был вынужден кардинально изменить внешность и стать абсолютным блондином ради проб на роль в очередном голливудском проекте. Зато не каждая российская знаменитость, даже состоящая в отношениях, может похвастать успешной карьерой в Голливуде. Так что иногда, получается, чем-то жертвовать надо. Но, друзья, новый клип Алексея Воробьева вы можете уже ловить в эфире телеканала РУ-ТВ.